Дорогие друзья, сейчас мы зайдем на почту Деда Мороза. И расскажу я вам сегодня, какие письма дедушке приходят, откуда больше, откуда меньше, и как же правильно написать письмо Деду Морозу. В 2001 году дедушка открыл свое почтовое отделение. Здесь, и в городе Великий Устюг. Кто посчитает, сколько лет ему уже исполнилось? 22 года, верно. И с тех пор ему ежемесячно, еженедельно, а иногда даже ежедневно приходят письма. Последний подсчет был 1 декабря. Ему пришло уже 4 599 977 писем. И каждый из них прочитывается и проходит несколько уровней сортировки. Первый уровень вы можете видеть прямо сейчас. Это карта этажерков. Она насчитывает 90 ячеек, каждая из которых занимает край или область Российской Федерации, а чуть пониже страны ближнего и дальнего зарубежья. Здесь лежат письма за 2022 год. Как наступит 2024, здесь появится 2023. И если ячейка пустая, это не значит, что из этой страны к нам никогда не приходило писем. А следующий уровень сортировки, он уже самый кропотный и терпеливый. Здесь письма делятся на категории. Начнем мы с вами с самой хорошей категории. Это добрые письма. Когда ребята рассказывают о своих добрых делах. Самые маленькие, что в детстве перешло в 10 класс. И в 11 мне нужно будет сдавать ЕГЭ, а чуть позже поступить в университет. И мое самое главное желание, чтобы мой дедуля поправлялся, и чтобы его выписали из больницы. А второе желание – это сдать ЕГЭ на хороший балл. Но с этим я уже и сама постараюсь. Вот такое доброе письмо пришло нам от Камилы. И на добрые письма Дедушка Мороз всегда отвечает. Ну а следующая категория, самая разнообразная, называется на творческие письма. Как вы думаете, что же относится к ним? С рисунками. Рисунки, верно. Ну и посмотрите на вот этого большого оленя. Ведь прислала его нам тоже девочка Василиса из города Владивосток. Ёлку? Оленя вот этого большого серенького. Ну а еще обычно к Новому году и ко дню рождения Дедушки Морозу присылают много открыток. Я вам тоже покажу самый необычный. Любят ребятки сейчас мастерить и из фетра. Внутри даже целая картина. А есть вот такая очень красивая открытка от мальчика Захара. И он еще даже ходит в детский сад. Наверное, с помощью мамы связали вот такую красоту. Ну и есть еще одна тоже интересная открыточка. Написано «С днем рождения». А когда открываешь, здесь уже появляется надпись «Дед Мороз». Вот, тоже так интересно, оригинально придумали. И есть у нас вот такое письмо от мальчика Жени. Он совершил много добрых дел и каждому из них приложил фотографию. С одной сторонки и с другой. Молодец. Ну а еще в этой категории есть, так скажем, подкатегория. Она называется уже творческо-коллективные письма, где ребята собираются целыми группами. Это может быть группа детского сада или класс школы. А иногда даже взрослые собираются компаниями и пишут Дедушке Морозу творческое письмо. Я думаю, все заметили этот красивый конверт у меня на столе. Ну вот это и есть одно из творческо-коллективных писем. А внутри лежит открытка в виде снеговичка, где каждый из ребяток нарисовал Дедушке Морозу рисунок, написал пожелание. И тоже вот такая большая книжка-раскладушка получилась. Ну а также сзади вас находится письмо из Остаповской школы. Вот перевернутые 5 ватманов, это все одно письмо. И фотографии ребята прикрепили, и рисунки нарисовали, и, конечно же, написали пожелания. Я расскажу вам про рекордсменов, ведь в этой категории есть они. Самое длинное письмо пришло нам из города Долгопрудный, языковой школы Долгом. И длиной достигает 120 метров, хранится на почте в городе Великий Устюг. А у нас на почте хранится письмо чуть поменьше. Но тоже очень длинно, 60 метров длиной. Вот такое вот письмо. Тоже творческое коллективное. Каждый из ребят
приложил какую-то свою творческую вещичку. У кого-то аппликации, у кого-то рисунки, а кто-то даже и стихи умудрился написать. Ну и, как я говорила, взрослые Дедушки Морозы тоже присылают творческие письма. Есть у нас письмо от проекта «Болеем за хоккей». Длиной она достигает 12 метров. Это уже взрослые постарались, Дедушки Мороз написали. И фотографии свои прикрепили, и рисунки тоже нарисовали. Ну и перейдем к еще одной категории. Называется она «Хочу-хочу» или «Письма-просьбы». Как вы думаете, какие письма попадают в эту категорию? Хочу себе новый телефон. Ну да-да-да, не здравствуйте, не до свидания, а сразу я хочу, это хочу то. Вот такие письма и попадают в эту категорию. И у нас даже есть свой рейтинг подарков. Что же просят самые-самые маленькие, что в детский сад ходят? Да больших мам, пап, бабушек и дедушек. Давайте с вами вместе подумаем и составим этот рейтинг. Что же могут просить девчонки, что ходят еще в детский сад? Куклу. А какие именно куклы у нас есть? Лол. Барби. Сказали куклы, лол. Это на первом месте есть. А Барби на втором. Так, а на третьем что? Куклы, Бэби, Блан. Так, перейдем к мальчишкам. Что же могут просить? Машинка. А какие маленькие гоночные есть популярные? Вот они в этом рейтинге есть и находятся на третьем месте. А на втором и первом, как думаете, что? Грузовики разные, может? Нет. Технопарк. Нам сказали конструктор Лего. Это самая частая просьба у мальчишек. А на втором тоже популярные бластеры. Нёх. Да, это бластеры Нёх. Перейдем к ребятам постарше. Здесь в основном у девчонок и мальчишек желание уже одинаковое. Это что? Телефон. Конечно, телефон. Какой у нас популярный телефон? Айфон. Вот верный. Он и находится на первом месте. В прошлом году приходили письма с просьбой подарить айфон 13, потом у 14 вышел, а сейчас уже приходит с каким? 15. С 15, верно, уже несколько писем таких получили. Мне тоже телефон прислали. Ну вот, живой пример. Телефон сразу. А на втором и сумкой. И третьем что, как думаете? Косметика. Нет. Компьютер? Нет. Планшет? Бум! Камера. Велосипед? Нет, но близко. Самокат? Да, электросамокат, он тоже есть и находится на третьем месте. А на втором, как думаете, что? Робот? Нет. Это игровые приставки, PlayStation и Xbox. Да, у меня брат спросил. Ну вот, пожалуйста, еще один живой пример. Так, перейдем к ребятам еще постарше. Это наши мамы и папы. Давайте начнем с мам. Что же могут просить они? Здоровья. Нет. Шубу. Конечно. Да. Кстати, сразу первое место угадали. Уже 10 лет в рейтинге у мам находится шуба и никак-никак не уползает вниз. Никак не будет. Так, на первом месте шуба, на втором и третьем. Перчатки? Нет. Одежды здесь больше нет. Дом, квартира. Да, есть, верно сказали. На втором месте дома и квартиры. Машина. Да, все правильно. На третьем как раз машины. Перейдем к папам. Машины. Машины тоже верно есть и тоже на третьем месте. Нет, не самолет, не квартира, домов в рейтинге у пап уже нет. Танк. Честно, мне бы Лего и нормально. Ну вот то, что на первом месте, вы тоже, я думаю, хотели себе такое. Удочка, спиннинг и различные рыболовные снасти. А на первом вертолет на пульте управления и дрон. Самая частая просьба у пап. Почему вы мне письмо рассказали? Как мелко улетать. Это наши бабушки и дедушки. Что ж просят они? Здоровья. Конечно же, у них здоровье это самая частая популярная просьба, особенно для родных и близких. Валенки, да, пуховые платки, рукавички, шарфики. А иногда от них нам приходят даже грустные письма. К примеру, есть вот такое письмо от бабушки, ей 91 год. Пенсию купили. Само письмо очень грустное, зачитывать я вам все-таки не буду, чтобы мы тоже с вами не грустили. Ну а просит она подарить ей валенки 27 размера. И на такие письма дедушка, конечно же, всегда реагирует. Их дарит бабушкам, дедушкам валенки или то, что они просят. Но на самом деле, хочу-хочу или письма-просьбы, это единственная категория, на которую Дедушка Мороз не отвечает. Ну и покажу вам еще несколько примеров. Сейчас точно поймете, почему на эту категорию не отвечает. Ведь бывает такое, что письма присылают в целом списком подарков. 36 пунктов.
6 А бывает и такое, что не здравствуйте, не до свидания, просто список подарков. Но это даже не самые большие. Девочка Катя написала Дедушке Морозу вот такое письмо. 89 пунктов. Она фанатка группы BTS и бросит все в основном в своей коллекции. Но норковую шубу для мамы и айфон для себя она тоже не забыла указать. Ну и бывает такое, что присылают список подарков и фотографии, что именно нужно подарить. Наверное, чтобы Дедушка Мороз точно не ошибся. Ну а сейчас еще многие ребята там как раз любят на маркетплейсах различных сидеть и прикладывают даже артикулы. Ну и взрослые тоже не отстают. Есть вот такое письмо от девушки Ольги. Она просит перевести на карту 1 миллион рублей. Цель простая, ей не хочется работать. Понятно. Ну и есть у нас категория, еще называется она необычные письма. Здесь ребята тоже что-то просят, но это что-то необычное. Как вы думаете, что же это такое? Питомец? Нет, это уже больше к обычным. Выдуманные какие-нибудь игрушки. Ковер-самолет. Да. Я просила ковер-самолет. Вот это как раз и попало в необычные письма. Мне кажется, всего подарили. Это различные волшебные предметы, также волшебные палочки или волшебные способности, умение летать или становиться невидимым. А девчонки любят просить себе домой живого единорога. Я тоже. А еще к этой категории относятся письма, написанные на чем-то необычном. К примеру, есть вот такое письмо на обожженной бумаге с эффектом историны. Приходили к нам письма и на бересте. А есть и вот такое письмо на салфетке. Да. В этой категории тоже есть свой рекордсмен. Это самое короткое письмо, оно тоже написано на салфетке. Состоит из 4 слов. Дед Мороз, ты крут. Вот и все письмо. Оно тоже хранится на почте в городе Великий Устюг. Если будете там, тоже просто загляните, чтобы на такие необычные письма посмотреть. Ну и давайте с вами разберемся. Как же правильно написать письмо Деду Морозу, чтобы он вам ответил? Что сначала нужно сделать? Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз. Поздороваться, конечно. Вот дальше уже рассказать о себе, о своих добрых делах. Если есть желание, можно приложить какую-то творческую вещичку. Ну и же, если ваше письмо доброе, либо творческое, либо необычное, он обязательно на него ответит. Ну и набраться терпения. Писем Деду Морозу приходит очень-очень много и читает о них в течение всего года. А иногда очень часто он хочет ответить на письмо, но не знает, как этого сделать. Как вы думаете, почему? Адрес. Все правильно, на них нет обратного адреса. Так что, когда пишете письмо Деду Морозу, не забывайте указывать свой обратный адрес. А вот адрес Деда Мороза очень часто путают. Этому у нас посвящен целый стенд. Вот как раз сзади вас находится. Я вам зачитаю самое необычное. Есть вот такой адрес Деда Мороза на Северный полюс. А есть и такой. Новогодняя улица, сказочный лес, волшебный домик. И вот здесь вот наклонилась тоже необычный адрес Деду Морозу, Москву, в Кремль. Название нашего города тоже часто путают. Далекий Устюг, Северный Устюг, Нижний Устюг, Верхний Устюг или просто Утюг. Но все эти письма дошли именно нам, потому что на них есть два заветных слова Деду Морозу. И уже каждый почтальон знает, что доставлять их нужно именно сюда. Письма приходят как большие, так и маленькие. К примеру, посмотрите, какие самые-самые маленькие конвертики к нам приходили. Вот именно так они и выглядели. И с печатями со всеми, и с марочками, все доходит. Три слова, а самое-самое маленькое письмо пришло нам в спичечном коробке, и рядышком прикреплен адрес, куда доставлять. Ну а самое большое письмо находится вот за вами уже, висит на стеночке. Вот этот большой баннер, это самое большое письмо, которое приходило Деду Морозу. А сзади него как раз и текст самого письма. Ну а еще, ребята, есть у меня для вас и небольшие подарочки. Это вот такие эксклюзивные открытки, такие только у нас больше нигде не найдете. А что с ними делать, решать уже вам. Можно отправить другу, либо родственнику, либо коллегу, а можно оставить себе как сувенирчик. Каждому такая достанется. И нам даже. Всем-всем-всем. Будем писать письмо, да? Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, гости,
Я бы была откуда? Очень рада открыть секрет нашей почты. Хоть и маленький, но очень-очень важный. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего в наступающем году.